Пока футбольные фанаты обсуждают разгромный проигрыш России у Уругвая со счетом 3-0, в Австралии на футбольном поле случился интересный инцидент. Во время игры выбежал кенгуру и прервал матч женских команд. Настойчивый кенгуру создал невероятную сумятицу. В перерыве он перепрыгнул ограду и уселся у ворот. Команды понадеялись, что ко второму тайму зверь уйдет, но он чувствовал себя на поле вполне комфортно. С ним попытались сыграть в футбол, но гость не продемонстрировал большого таланта и был безжалостно изгнан. Однако вскоре вернулся, а потом и еще раз вернулся. Лишь спустя полчаса кенгуру удалось выгнать за пределы стадиона, и, как сообщил телекомментатор, тренер одной из команд героически запер за ним ворота. Так вторжение не повторялось. Кстати, фанаты очень расстроены финалом вчерашней игры сборной России с командой Уругвая. Многие недоумевают, почему Россия, которая так хорошо стартовала, вдруг сыграла в сухую. Теперь россияне 1 июля встретятся на поле с Испанией, а днем ранее сборная Уругвая сыграет с Португалией. В России говорят, война план покажет. Никто не может ничто предсказать. Это игра. Здесь бьются каждые 90 минут каждого нового матча.